Произошедшее 24 июня дорожно-транспортное происшествие еще раз заставляет задуматься о цене собственной жизни и тех, кто оказался рядом. На 14-м километре автодороги Артемовский-Зайково автомобиль Ford Focus под управлением 54-летнего водителя из Перми с 14-летним стажем вождения столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем. Со стороны села Лебедка двигался автомобиль ВАЗ-2115 белого цвета. Со стороны города Артемовский, в сторону села Лебедкина, двигался автомобиль Ford Focus красного цвета. Значит, данные транспортные средства столкнулись. От столкновения автомобиль ВАЗ-2115 съехал в кювет, где опрокинулся. В результате чего водитель ВАЗ-2115 скончался на месте. Два его пассажира доставлены в приемный покой Артемовской ЦРБ с телесными повреждениями. Водитель и пассажир автомобиля Ford Focus телесных повреждений не получили. В данное время сотрудниками ГИБДД идет выяснение причины. Но по предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus, неправильно выбрав скорость движения в конкретных условиях, мокрый асфальт, допустил выезд транспортного средства на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2115, за рулем которого находился 27-летний водитель с 9-летним стажем вождения, который, по информации сотрудников госавтоинспекции, направлялся в Артемовский из села Лебедкино по служебным делам. В результате столкновения молодой человек погиб. Находящиеся рядом с ним пассажиры получили травмы. Что же касается автомобиля Ford Focus, то он отделался механическими повреждениями. Его водитель получил в первую очередь психологическую травму, а пассажиры – травмы телесные. Кто был прав, кто виноват, покажет следствие. Самое страшное то, что оборвалась жизнь молодого парня. Поэтому, садясь за руль автомобиля, всегда думайте о цене жизни, и не только собственной. Помните тех, кого уже не вернуть.